Добрый день, друзья и зрители моего канала. В этом мастер-классе мы будем вязать вот такую сережку-снежиночку с бисером. Эту сережку я вязала из ниточек Yarn Art Canarias. Для одной сережки нам понадобится 60 бисеринок нанизать на ниточку. Остальные бисеринки будем одевать в процессе работы на иголку. Отступаем от края вязания 50-60 сантиметров. Провязываем колечко 3 двойных узелка. Дальше подвигаем к иголочке 4 бисеринки, находящиеся на ниточке. Провязываем еще 3 двойных узелка. Одеваем на иголочку бисеринку. Подвигаем к иголочке 3 бисеринки, находящиеся на ниточке. Провязываем еще 3 узелка. Подвигаем к иголочке 4 бисеринки, находящиеся на нитке. И провязываем еще 3 двойных узелка. Затягиваем все узелочки в колечко. Завязываем узелок, закрепляем наше колечко, переворачиваем вязание. Провязываем дугу 7 двойных узелков. Нанизываем на иголочку одну бисеринку, подвигаем к иголочке 3 бисеринки, находящиеся на ниточке, и провязываем еще 7 двойных узелков. Затягиваем дугу. Завязываем узелок, переворачиваем вязание. Провязываем еще одно такое же колечко, соединяя за соединительное пико с предыдущим. Вот здесь 3 бисеринки вверху, затем зацепляем второе колечко и 1 бисеринка посерединке.
затягиваем колечко. Закрепляем колечко узелком, переворачиваем вязание и провязываем еще одну дугу с 4 бисеринками. Таким образом провязываем по кругу, чередуя колечки и дуги, пока у нас не получится 6 соединенных между собой колечек и 6 дуг. Провязываем последнее 6-е колечко, соединяя его за соединительное пико, на котором находятся бусинки, с 5-м колечком, и за соединительное пико с бусинками с 1-м колечком. Завязываем узелок, переворачиваем вязание и провязываем последнюю 7-ю дугу с бисеринками. Продеваем иголочку в начало первого колечка. Завязываем узелок. Дальше провязываем второй ряд дуг. Провязываем 8 двойных узелков. Дальше продеваем иголочку между первой бисеринкой и второй бисеринкой. Дальше провязываем 5 двойных узелков. Продеваем иголочку между второй и третьей бисеринкой. И провязываем 8 двойных узелков. Вытягиваем иголочку, затягиваем дугу, продеваем иголочку в начало второго колечка. Затягиваем дугу. Вот такая у нас дужечка поверх нашей первой дужки получилась. Дальше обвязываем точно так же вот эти все дужечки. Дальше я провязала последнюю дужечку, закрепляем ее за начало первого колечка, завязываем пару узелочков и прячем кончики наших ниточек между узелками. Обрезаем ниточку, то же самое делаем со вторым кончиком нитки. Дальше закрепляем наши бисеринки, которые находятся в середине. Продеваем иголочку в среднюю бисеринку одного из колечек.
Одеваем на иголочку бисеринку, продеваем иголочку в следующую среднюю бисеринку следующего колечка. И так делаем по кругу. Одеваем последнюю бисеринку на иголочку. Дальше завязываем пару узелков для того, чтобы закрепить наш центр. Прячем кончики ниточек в бисеринки и назад через узелки одного из колечек. Вот такая у нас сережка-снежиночка получилась. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи, до новых встреч!